Серьезный аппарат здесь дрифтит. Тут такие места больше под джип спринт. А вот и белая Нива нашлась. Горки есть вокруг. Было много снега, было бы легче. Может, еще выпадет. Хотя шансов немного. Да, X3 это круто. Слоу-моушен не надо снимать. Так, а вот и серьезный джипер подъехал он. Куда-то он проскочил не туда. Хороший аппарат, но не герметичный чуть-чуть. Слышишь, так я тут и на бэхе могу кататься, елки. Ёханый бабай. Надо уходить, да? Тут опасно очень. Ёханый бабай. Чуть не сломал, да? Тут прямая связь, да, у вас? Вы к Дакару готовитесь? Вы к Дакару готовитесь? Не? Просто катаются? Учимся ехать. Тренировка. Да? Ромчик, это ты? Хорошие иксы.
Блин, диски какие модные. Ого, елки-палки, пацаны, так вы же тут грязные вообще, да? Страшно. Да. Всего винера. Да не помогает, знаете. Ну так я вытираю его. И оно быстро. А 15 или 14 шины? 14, да? Так, оффроуд на Passat B5. Вот. А вона тобі не треба. Передний привод, турбодизель. Давай. Пилот жесткий. Вот у меня уже Passat, если бы горки брал, помнишь? Кстати, Вадик звонил. Какой? Заблудился. А, Росомаха? Да, она с ручничком. Ух ты, блин! Тут, помню, слышишь, вспоминал момент. Саня Чип здесь на квадрике, у него тогда не было внедорожника, он на квадрике вот тут где-то дубасил, и в какую-то яму попадает и через руль перелетает, это есть на видео, короче. Это было закрытие сезона, где-то года 3-4 назад, не помню. Опа! Они там Ниву испытывают. Испытывают Ниву, да? Ну, сказал, мы тут Ниву испытываем. Без меня, слышишь, втихаря испытывают. Да, от шерпа следы тут есть, что тут на шерпе делать? А, ну, его тоже бы прогоняли, наверное. Катали. Сейчас же МЧСником шерп уже. Да, да. Ну, что, мы приехали, Нива уехала. Ну вот горка интересная. Дельфин, дельфин! Дельфин! Дельфин, ты где? Хорошие места. Дельфин, я тебя зову уже 2 часа. Ну-то я очкую. Хотите быть пешеходом, покупайте самурай, да? О, Леня, ё-ма. Тебе Нива нужна, Ленечка, Нива. Лёнь, это слишком лобко. Ты знаешь хоть одну песню про самурай? Но она японская. Японские вот эти стихи, которые придумывают на ходу, как они называются? Аниме? Сисуху или как это? Да, и теперь я готов вниз и наоборот ты путь. Да, да, теперь сюда. Так, это... Это серьезный джипер. Давай вниз. Влево вниз давай. Вот тут съезжай. Так, трассу Харда пытаются тут. Ну, такая хорошая ложбинка. Вот здесь кольцо разворот и сюда заход сделать. Ну, у нас только Нива из боевых машин. Так, едет, 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 едет. И номер погнул. А куда он едет? Ого! Ого! Ты серьезно заряжен на победу. Очень скользко. Ну, надо не в ущерб деревья. Надо сделать сразу так, чтобы это было не в ущерб деревья. Куда же он едет все время? Ух, зверюга! Он в меня целился. Компостер. Ну, четкая Нива. Зачем? А ты что? Ну как зачем? Это старт. Тут сложно было. А что мы хотим сделать? Чтобы у нас были там 10 машин, ездили 4 дня здесь? Да, да. Нет, да, световой день. Так, друзья, едет серьезный джипер. Сейчас он поможет нам. Смотрите, что творит. Подрезал, видел как? Подрезал жестко. Ты чуть не врезался в машину. Ты не видел? Диски с бахи. Наехал на ленту он уже. А что, ближе? Ближе. Ближе. Вот лента. Ну, как будто бы наверх, лента. Наверх встань, вот чуть. Ну, а коридор до куда? Вот где Виталик, чуть ближе.
коридору, вот там метра 2.5 машина помещает. Ленту натягивают уже. Так. О, и сюда, сюда, чуть правее. Да не, ну это... Это ты объехал. Это ни о чем. Руслан, а друга, иди сюда, иди сюда. Ну, а друга, иди сюда. А если еще правее, Андрюха, дай назад и правее. Иди сюда, иди сюда. Руслан, ты хотел контент не выбрасывать. Андрюха, о, давай. Тедик, тедик. Да, да, пробуй здесь. Так, перезаезд. Так это еще проще. Все, я лента. Ну, лента натянута. Столбик не сбей. Не-не-не, все. Все. Вот это колесо уперто. Вот столбик стоит, смотри, вот он. В очках, в очках. В очках столбик. А вот второй. Не-не-не-не. Давай назад вправо. Лево назад. Ё-моё, закрой двери. Отличное начало, вот так и делаем. Аня, зови. Вадик, давай, ты второй в заезде. Привет. Вот Вадик вообще говорит, что это лайт, а не хард. Не-не, Range Rover не сможет, я тебе сразу говорю. Range Rover не сможет. Где мужик на Ниве был? Мужик на Ниве, заезжай. Он заедет, у него диагоналка будет сразу, он тут застрянет. Range Rover? Нет, 70-ка тоже не заедет. Не-не, не заедет. Заедет, и право руль. Это ты на ленту наехал уже. Да, вот тут. Стань, лента, стань вторая, да, столбик. Право руль. Все. Скажи ему, пусть УАЗ починит, потом приедет. Паску подбавь. Ух, жесткий. Так, все, забирай лево. Давай. Ему нельзя такую мощную машину. Я трассу собрал. Давай, он не прошел трассу, следующий. Не-не-не-не, по пологому-то лайт там будет. Ну, короче, в общем, мы поняли, да, заезд? Да. А нам пофиг, будем мучаться. Тут, кстати, не скучно недалеко, еще не поздно перезаехать. Не поедем не скучно? Ну, как хочешь. Все свалят, скажут, ну, вас так. Не, Лень, там кто-то один-два проедут, там оно чуть-чуть вот, вот это классное место, да? Слышишь, короче, Вадик с Леней должны трассу делать. Никто не проедет. Не, ну проезжаем, едем дальше. Проехали, да. Дальше. Не, подожди, давай мы типа не проехали, мы тут застряли. Положили на бачок машину. Поменяли пары. Слышишь, надо где Тедди пробегает, там можно трассу делать. Он только что здесь запрыгнул. Да. Просто мы хотим обыграть и вот эти вот. Чтобы не было прямой такой цели. Да, чтобы его так немного получилось. У нас это для хардов, это условно один. А делайте тогда вот за этим тыком красивый выход вот туда, а здесь заход назад и поехали дальше. А там не развернется длинная машина. А почему не развернется? Ну, потому что он хватит на контроль. Аж земля трусится, как бегает, да? Да. А если бы дельфин рядом бежал, еще бы сильнее было. Так, по трассе пошли. Леня, давай, ты без лебедки ходом должен зайти. О, Леня зашел ходом. Не, ну конкретно. Ого! Ох, и дубасит. Загнал.
Все, оффроуд завершен. Был опять он скоротечный. Два дня подряд, ну понемногу. Audi есть, Volkswagen, Toyota, Nissan, все бренды представлены. BMW, Hummer. В общем, хорошие места. Посмотрели, как Maverick X3 дубасит. Шикарный аппарат, ничего не скажешь. В общем, всем пока, до встречи.